Жил в детском доме мальчик-сирота. От остальных детей он отличался. Ребенок никогда не улыбался. Печально были сомкнуты уста. Имел он кров, он сыт был и одет. И малыша почти не обижали, но на ресничках капельки дрожали, когда с ним кто-то говорить хотел. Он не играл, не бегал, не шалил, смотрел на всех совсем не детским взглядом. «Малыш, ну что тебе для счастья надо?» «Я маму жду», — в ответ он говорил. Ребенок долго терпеливо ждал. Я так на ней отходил упрямо. Шептал: «Придет, придет за мной мама». Хотя он маму никогда не знал. А где-то рядом, в городе большом, об умершем сынишке мать рыдала. Когда ей горе не под силу стало, она пришла однажды в детский дом. О, сколько пар прекрасных детских глаз с надеждой на женщину смотрело, и сердце женское огнем горело. Как одного я выберу сейчас? И, вспоминая сына своего, похожее лицо найти старалась. Нелегкая задача ей досталась. Как среди многих выбрать одного? Но вот малыш, в глазах не мой вопрос. Глаза не говорили, а кричали. Не детской, отчаянной печалью, и женщина сказала: «Это мой». По-матерински нежно обняла, головку детскую к груди прижала. Жизнь и судьбу в руках она держала и мальчика как сына приняла. Узнал ребенок, что такое мама. Жил в теплом доме, ласкою согретый. Смеяться научился, как все дети, и рад был маму мамой называть. И мы влачили жалкое сиротство. В нас по-сиротски плакала душа. Жить на земле людей совсем непросто. Порой не только жить, но и дышать. Мы были одинокими, не знали, чего для счастья не хватает нам. Мы любящего никогда не ждали, не поднимали взоры к небесам. Но кто-то нас любил любовью нежной, и кто-то счастья нам желал, добра. И кто-то любящий жалел нас, грешных, и так же, как детей, обнять был рад. Оставил Бог небесные чертоги, пришел в Иисусе к жителям земли. Усыновить не одного, но многих, чтобы мы покой и счастье обрели. Бог принял нас в отцовский дом навеки, и руки его тепло узнали мы. И что такое благодать и реки, и как прекрасно солнце после тьмы. Узнали мы отцовскую заботу и нежную отцовскую любовь. Теперь мы дети Божьи, не сироты. Усыновила нас Иисуса кровь. А чье-то сердце плачет одиноко, кому-то негде голову склонить. Но дом отца не в стороне далекой, и ты в отцовском доме можешь жить. Приди к нему, и он осушит слезы, когда войдешь ты под отцовский кров. Не будешь сиротой, и стихнут грозы. Господь тебя усыновить готов. И буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6:18. Аминь.